с начала спецоперации без отдыха. Ротация будет-то, нет? Или пока неизвестно? Ну, пока неизвестно. Говорят о мобилизации в России. Да, к нам прибыл... Я с первого дня сказал, что нужна мобилизация, мы не справимся с такой большой страной. У нас пришло пополнение, были добровольцы. Позавчера, вот когда со мной как раз парнишка шел, доброволец, приехал, сам подписал контракт на 6 месяцев, приехал к нам сюда еще в этот, когда веселее его, да, привезли, дали ему оружие, экипировку, парень адекватный, все, ну, вот из-за этого снайпера, козла, который стреляет по яйцам, вот он тоже получил пулю чуть ниже паха, такие уроды. Ну, тут прям инструктора, тут видно, мы же в плен брали этих артиллеристов, которые говорят, последние 4 года их готовили на американских этих, как они называются, тут базы подготовки. Их учили там минометчика. Любого сейчас взять минометчика какого-нибудь, поймать живого, да. Допросить, он скажет, где его обучали. И будет говорить про американские базы. Да. То есть, понятно, с кем говорю. Спасибо, брат.